Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то добрался я до своего английского аккаунта, и сегодня у нас будет прокачка нового героя, которого мы получили с базара, командора. И я его сегодня активирую, уже наконец-то его прокачаю. Как я и говорил, здесь со временем героев продают, там спустя неделю можно получить осколками собрать, поэтому это не русский сервер, где его будут через месяц продавать. Вот так вот. Все, есть у нас командора. Поехали ее откроем сейчас и прокачаем на максималку. Так, вот она. Вам показывала ее с разными талантами. Герой очень интересный. Интересный для бездоната в первую очередь, для подземок. На подземках просто офигенно себя показывает. Так, сейчас мы быстренько набьем золото. Вот так вот Минотавр сам себя убивает. Так, окей, поехали. Сразу железные воли выпало. Ничего себе. Ну-ка, давайте посмотрим, что тут у нас. Огненка. Еще какой вариант. Ожива. Давайте оживу пока поставим. Начнем с живой. С книгами тут проблем у нас нету. Можно развлекаться. Героя прокачать с нуля любого — это дело 5 минут. Это я об английском сервере. Надо иметь только карту либо осколки. У вас герой будет прокачан так, как вам надо. Так, окей. Поменяем немножко книжечки. Так, подкачиваем скилл. Ну, давайте вот этими подкачаем. Так, есть. Це есть. Делаем снаряжение. С каким талантом? Священный огонь я вам показывал неплохо, и порочный пакт тоже смотрится довольно-таки неплохо. Там варианта два, либо тут, каждый уже выбирает сам себе, что ему подходит больше. Я не знаю, я и с тем талантом, и с тем мне понравилось. Она своеобразный герой в разных локациях, возможно, прокачаю чем-то другим здесь, пока я, честно говоря, не определился еще. Тоже все-таки героя лучше поставить. Так, это есть. Качнем, не знаю, соберем ее. Сборную солянку сделаем. Потом я буду определяться. Уклонения смысла нету, у нее тогда не будет срабатывать ее умение. Толку от нее никакого не будет. Ставить, возможно, кучу жизни, либо крит-резист, либо тупо собирать на максимальный урон. Пока непонятно. В общем, я не знаю, где я буду у себя тут применять. Возможно, ей качнуть девятую оживу. Она будет хоть резаться пару раз, тоже как вариант. И поставить выживание рунами. Но опять же, у нее дамага много не будет, хотя в пачке она должна неплохо помогать другим героям. Так, ну что, это у нас есть. Поехали, еще немножко золота добьем. Thank you.
Минотавр, как видите, максималку выдает. Так, давайте вместо Минотавра поставим уже ее. Нужно будет еще и просветы качать потом. В общем, есть чем заниматься. Так. 1400. Так вот. Качаем ее сразу на вторую F-ку. Так вот, вот у нас герой прокачанный, правда без просвета еще, цвет нужно гнать потолок. Чтобы можно было цеплять восьмые эмблемки. А, у меня тут мана есть, отлично. Сейчас мы это все быстренько сделаем. Нужно еще и таблеточки подкачать будет. Уже 81, но сейчас подольше, ну в среднем где-то 10 минут на героя и таких ресурсах, конечно же. Находится герой в зеленой фракции, в принципе, неплохая фракция. Так, все, последний. Последние наши просветы. Так, отлично. Ставить на прокачку таблеток. Качают. Так, что мы имеем? 9600, 6400, все дела, 9 минут у нас герой на максималке, 400 тысяч жизней такая сборка дает. Сейчас мы поставим какую-то интересную эмблемку. Давайте попробуем с выживанием изначально, посмотрим, какой будет урон. Тут мы поставим ангела. А, поехали. Или в рейде посмотрим, что же будет все-таки. Будет ли она все-таки тащить или нет. Вот видите, с плюшки просто Райка ушатала. Ну, 70%, ребят, 74%. Герой, конечно, обалденно бьет. Даже с такой сборкой, как видите, 83%, 86%. Офигеть. Практически ушатали всю базу. Так, хорошо. Мы поехали на арену, посмотрим. Такая сборка, конечно, она и не туда, и не сюда. Но если прокачать, допустим, блин, а сорик,
Если прокачать на девятку, она два раза будет резаться. Это еще дополнительно, грубо говоря, каких-то там пару секунд даст вам выигрыш в некоторых моментах. И плюс ее не так быстро сольют. На PvP локациях, возможно, будет интересный вариант. Давайте. Так, идем на арену. Может, кого-то встретим хорошего. Так. Давайте против черепа пойдем. Ну, вроде как и неплохо, я вам скажу так. Смотрите, раздолбало всех. Ну все, дальше уже урона у нее такого не будет, она сейчас будет долго бить. Тысяч, ну такой себе урон. А тут сейчас она без вопроса. Что, будет кто-то с Фрей или нет? Наверное, скорее всего, не так. Ну, видите, да, 3 секунды этих реально они спасают, плюс сожива. тысячи. Плохо. Так, ладно. С этим разобрались, поехали на... Ну, давайте против таковки еще стартанем тут. Вот ее задели. Ну, ей дали стан, видели, в стан попала. Застанили, она ничего не смогла сделать. Так, ладно, поехали на PvP локации. Вот для чего я качал живу, посмотреть. Тоже будет все-таки в забытой. Мохнатка тащит, мохнатка унижает, жесть, короче, бабуля просто огонь. До свидания, Анубис. Так, отлично, как раз на Пакс Фрей попали, то что нам надо, смотрим. Ну вот видите, только спадает ее это умение, все. Ее просто шатают. Ничего не помогает. Но тут она тоже вряд ли. Хотя посмотрите, как она их пораздавала. Тут осталось только Фрея и Махатма. Ну понятно, они ее бьют, но остальных-то посливала. Даже не атакующего плана. Все-таки, наверное, лучше ей ставить какую-то там ПП и исцеление. Точнее, тут исцеление, выживание. Чтобы максимум нанесла урона. За 3 секунды. Может, такой вариант будет даже получше, если будет пачка целая еще при том. Видите, сливают. В общем, так вот. Вот так вот показал вам прокачку быструю. Как быстро надо качать героя, что для этого надо. Ждите дальше. А, давайте, чё ждите, мы еще на 12 не качнули. Поехали, и 12 еще бериком качнем.
Где-то здесь она, да. В общем, вместо 9 минут, 10 минут надо на прокачку героя с нуля. На максималку. Это при наявности, конечно же, ресурсов. Почти добираемся к титулу, еще там у меня одна судьба осталась, в принципе, где-то плюс-минус. Будем знать, можно ли взять. Так вот, не хватает значков почета, подстава. Будем знать, сколько можно с гарнизоном набрать. Конечно, можно некоторые герои еще поперекачивать и догнать. Но пока вот так вот, такой состав, каждый герой в одном экземпляре, плюс гарнизон, сколько можно максимум вытащить отсюда силы. Так, практически у нас тысяч. Ну, у меня постройки там не докачаны, юниты. Кстати, юниты. Так, хлопья уже видите. Сразу же плюс пошел. Так, давайте это ставим. Скачается. 516-116. К титулу нам осталось всего ничего. Вот так вот, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.